Вініт вирок, що лать машина. От фос міністр, ти би се лать машина. Ну, он калкац. Бывший министр МВД ставит машину за полметра до пешеходного перехода. Нормально. Потом будут говорить, что мы докапываемся до кого-то. Нет, они просто нарушают. И 2 минуты я ее заставляю подойти назад и перепарковать машину. Запоминаем номера. И обязательно гоняем с незаконных мест парковки.